Ребята, всем привет! Приехали сегодня после работы на пару часиков покопать. Посмотрим, что с этого получится. Получится ли длинное видео или, короче, опять я себе шорт запилю, потому что люди спрашивают, типа, где длинное видео. Ребята, ну, когда было много находок в лесу этом, да и вообще, тогда было длинное видео, но так как в последнее время находок не так уж и много, не знаю, там 2-3, скажем, находки там за час, то как бы нету толка длинное видео выставлять. Короче, если хотите видеть, ну, находки, они, короче, в шортах. Заходите, короче, в шортах, там в основном все находки, которые мы находим. Вот. Мы сегодня постараемся сделать какое-то длинное видео и посмотрим, получится или нет. Так, ну, первый сигнал вроде как. Такой. Ну. 28-29. Ну, либо банка возле дороги, либо хорошая серебряная монета возле дороги. Да, оказалось, банка. Обычная банка. Все, не серебро. Идем дальше. Смотрите, по каким дебрям мы газуем, чтобы что-то найти. Вот такой лес. Паутина, мошки, всякая фигня. Ну и трава, соответственно. Такая вот. Вот, как металлоискатель, почти весь в траве. Но мы пробираемся. Ну, сейчас точно монетный сигнал. Ставки ставлю, что это 1 пенс Георга V. Да, есть монета. Это 100% пенс. Сейчас скажу, чей. Взял я ставку или не взял. Как всегда, конечно же, хабарницу не взял с собой. Хотя она в машине, в дверях лежит. Ой, ну пока не скажешь. Ну, сейчас чуть-чуть больше ототру. Может, до года доскребемся. Посмотрим, чья монетка, чей пенни. Все, я до его нового бюста. О, видно. Да, это Георг V. 1 пенни. Ну, это 20-х годов конец. Все, короче, 30-е. И там чуть-чуть... Не, 30-й конец. Вот, с 20-х конца до 30-х годов конца. Такая... Опа! Прикольная монета. Даже она в болоте найдена. Но вы видите, да, какая патина у них. Блестит. Блестящая прям вся. Вот, ну, эта монета даже в таком сохранении не будет вообще ничего не стоить, потому что их миллионы. Но как находка вот такая блестящая, супер, берем. Внимание, внимание, вот тут была пенни, и вот прям на развороте 25. Ну давай что-нибудь покруче, серебряное что-нибудь из Георга V, потому что звонит 25, добивает до 25, плюс теряется глубина вот из-за веток. Давай-ка сейчас все это уберем. Это все дело поближе. Ой, ну хорошо, хорошие цифры показывает. Копаем. Ну вот. О, прям вот здесь бомбит, очень близко мы. О, очень-очень близко. Ну, глубина хорошая, да, на пинпоинтер. Сейчас копнем, покажем. Сейчас точно найдем монетку. С этим надо поаккуратней. Вот такая плоскость от монеты. Так что монета где-то рядом. Так, так, так. А, во. Вот она. А, ну это еще один, ребята, пенс. Ну да, если так неподалеку, то с одного, короче, кармана. Какие-то тут нищеброды ходили. А это у нас... Не видно лица. Волосы. Короче, голову видно, а лица не видно. А, ну это Георг VI. Это, короче, 40-е у нас года. Вот, опять, да, патина какая красивая. Ну да, скорее всего, что с одного, короче, кармана. Там год даже нету смысла смотреть. Патина красивее. Ну что, железо тоже надо немного покопать в этом лесу, раз оно сигналит. Смотрите, что это у нас, шашка какая-то или что это? Такое, как
О, какой аппарат я вытянул. Нихера себе, вот такой вот. Что это такое за фермерский, блин, инструмент? Что-то, наверное... Не, ну что-то рубить это по-любому. Я думаю, может, суки рубили. Сучки какие-то маленькие, не знаю. Но что-то подобное нам уже попадалось. Если кто знает, ну, конкретное применение этому агрегату, напишите в комментариях. А так, я думаю, уже все, короче, сейчас какую-то там шпагу, короче, не шпагу, а саблю вытяну. Ну, своего рода сабля. Нормально, короче, я тут кусок прошел, пока мне не попался вот этот сигнал. Такой грустненький, но надо копать. Сигнал из глубины, о, да, и он уже совсем рядом. О, сейчас мы его еще ковырнем немного и посмотрим. Блять, вот это, короче, прикол я нашел. Железный. Смотрите, это, короче, топор. Это вот такой топор с узким, короче, окончанием. Блин, ну и не думаю, что я его, конечно же, сломал, но это может быть спокойно очень-очень-очень древний топор. Я бы сказал бы даже, что это у нас не викингов. Викингов, да, викинговский. Вот это надо будет людям показать, что они скажут. Потому что мы находили топоры, но я ни разу такого не находил. Это может быть очень серьезная находка. Либо серьезная, либо несерьезная. Одно из двух. Но я очень надеюсь, что это правильная будет находка. Вроде как вечерний клев начался. Там был топор. 5 метров прохожу. Ну да, тянет на монету. Ну что, будем копать. Все правильно, монетка вот лежит. Ова, это у нас на этот раз что-то. У нас пол пеня по размерам. Надо только выяснить, чей это. Давай-ка почистим. Тут почва другая, будет потяжелее чистить, и такой патины не будет. Кто это, не вижу совсем. Ну, сейчас почищу, скажу, кто это. Я стоял, смотрел, думаю, что это за монета. И потом мне доперло, что это Елизавета II. То есть это 50-е годы у нас. На полпенсии ионных. Ну, что, третья монетка. Потихоньку набегают находки. Но ничего особого. Еще один железный сигнал. У нас такая старая подкова. Скорее всего, что средневековая. Я фотки, короче, добавлю. В Англии есть четкое определение этих подков. Именно по форме. Ну вот такая, сколько уже их тут накопали. Но это уже брать не будем. Хотя бодрая такая подковка. Я подзапарился вот этот сигнал копать. Очень глубокий, но такой прыгающий. Ну смотри, что это. А-а-а, что это? Это, короче, галимая гильза оказалась. О, так. Ну, короче, да, гильза. Я столько копал ее. Жесть. Сигналов приходится ждать очень, ребята, долго. Минут 40 ходил, вообще не писка. Ну, лес подбитый, видно, много уже копков наших. И вот такой, наверное, может, копнуть такой. Не... Сигналит и сигналит. Сигналит, значит, надо копать. О. Ну, посмотрим. Супер находка. Блять, от камеры, короче, этот пипсель. Ясно, идем дальше. Подводим свои скромные находки сегодня. Только всего 3 монеты. Один этот мушкет. Вот топор заинтересовал меня. Такой формы он. Но я, наверное, уже в этом видео, короче, подскажу, что это за топор. Спрошу у людей. Вот это медная штука. Латуневая, да. Да, латунь. 2 монетки
Георгов, вот Георг V и Георг VI, и Елизавета II, полпенца. Да, слабенько сегодня, но говорю, лес уже конкретно, короче, подбитый, поэтому находок все меньше и меньше, надо уже что-то другое искать, другое место. Вот, но еще добавлю в это видео находки с прошлых каких-нибудь видео были, которые вообще в YouTube еще не попали. Ну, тоже как бы ничего особого, но добавлю все-таки. Все, всем на связи. У нас самолеты летают. Сегодня было, короче, авиашоу у нас тут в городе. Я приехал в лес. На выбитых местах такие бодряки у меня встречаются. Ну что, надо копать. Первый сигнал. Ох, пробка обычная. Обычная пробка. Так, что у нас? Кругляк. Я так могу сразу сказать, что это убитый старый Жорик. Или второй Георг, или третий. Да, эти медики на постой битые. А, ты даже ничего не скажешь, что на ней. Ну, что, находка. Смотрите, тут, походу, еще одна секира с земли маячит. Так, блин, она такая пожестче. Сейчас мы достанем. О, какая. Да, вот такие тоже попадались. То есть вот так она шла. Чик-чик-чик-чик-чик. И порубили. Да, инструмента тут много такого попадается. Уже, наверное, может, штука 5-я или 6-я. Что-то вот в этом роде. Мы тут выкапываем. Еще одна монета, ребята. Вот это везуха. Выжимаем с этого леса последние соки. Ну вот, что это? Не видно так темно? Темно уже? Да, вижу. Британия сидит. Кто это? Кто это? А, ну, Георг V, полпенца. Ну все, 2-я монета за сегодня. Разгоняемся. А с 3-я монета лежит. Раз. О, это современных 20p. Да, двадцатничек. Такой он, восьмиугольный. Вот так, 3-я монета. Ну, уже собираюсь в сторону дома. Смотрите, у меня рассыпуха. Вот ямка и... Современная рассыпуха. Должно быть глубоко. А, во. Где? Вот прям здесь. О, еще одна монетка, да. И кто-то еще двадцатничек потерял рядом. Надо с одного, конечно же, кармана. Ой-ей! Первая рассыпуха. О, ну все. Двигаем дальше. Да, ребята. Лес. Лес, как говорится, уже выжимается. Очень сильно, уже выжат даже очень сильно. Ну и вот тут за сколько? За 1.5 часа. Пуговичка. Мушкет. Вот еще одна пуговичка. Это постарше будет. Сколько? 1, 2, 3, 4 монеты. Ну что у нас? Небольшая рассыпуха из 2 монет 20-пенцевых. Потом у нас Георг V. Полпенца. И самое старое, это у нас то ли первый, может, второй, или третий, не, второй или третий, скорее всего, что Георг будет. Не знаю, может, еще? Не, уже не вытянешь с нее ничего. Хотя, если очень захотеть, можно ее еще и поэкспериментировать над ней, вот именно на этой стороне, над этой стороной. Может, еще, хотя бы силуэт с нее можно будет вытянуть. Посмотрим. Ну, вот такой, короче, сегодня отчетик.